Труба нержавейка, диаметр 25, толстостенная. Одна минута прогрева. Две минуты прогрева. Ну, как-то вот так. Две минуты. Труба нержавейка. 25 миллиметров. Ну, пока еще красненькая. Тяжело, но греет. Нержавейка, труба. 20 миллиметров. Тридцать секунд нагрева. Минута. Труба нержавейка, 20 миллиметров. Одна минута прогрева. Двадцать второй пруток нержавейка. Одна минута прогрева. Полторы минуты прогрева. Нержавейка, 22-й пруток. Две минуты прогрева. Ну, короче, разогревается. 22-й. Зацепился за сварку тут облой. 22-й пруток за 2 минуты разогревается. Нержавейка. Пруток диаметр 14 миллиметров. Тридцать секунд. Минута. Достаточно. Горячая, горячая. Пруток 14 миллиметров, нержавейка. Просили 16, нет у меня 16 прутка нержавейка. Я трубы 22 грел. То есть нержавейка греется. Это вот тут какой-то хитрый прибор у меня был. От него огрызок. Греет. Попробую снять шкивок от мотора. Для стиралки. Мотор от стиралки, снимаем шкивок, пробуем. Покраснело, снимаем. В общем, надо съемник, ребят, у меня нету съемника, но вы видели, да? Разогревается. В общем, шкивок от мотора для стиралки, вернее как, шкив с мотора от стиралки буквально за минутку, да, разогревается до красна. Нам столько не надо, нам меньше надо. То есть мощности этой штуки хватает. Но нужен съемник, чтобы быстро подцепить и быстро снять. Просто сковырнуть, ну, не получается у меня. Ну, такие дела. Все-таки на заводе их сажают на горячую, вал холодный. Здесь это, здесь, видимо, это все в объеме нагревается. И вал расширяется, и этот расширяется, то есть плотность посадки остается прежней. Ну, по крайней мере, мы ее нагрели, температурное расширение где-то туда-сюда, то есть если поставить съемничек, я думаю, будет легче снять. У меня нету съемника для таких диаметров. Ой, итак, все. Ребят, 20-я труба, нержавейка, греется. 25-я труба, нержавейка, греется. 22-й пруток, нержавейка, греется. 14-й пруток, нержавейка, греется. То есть нагреть нержавейку этот аппарат вполне себе может. Если кому было интересно, греет он нержавейку или нет, я ответил на ваш вопрос.
Шкив на моторе разогревается. Но надо съемничек и быстренько приспособиться, чтобы это снять. У меня нечем. Но греет. То есть, наверное, и снять можно. Все. Все. Коротенький ролик без всякой рекламы. Всем пока. По скриптум. Латунный пруток, диаметр 10 миллиметров. Время прогрева 1 минута. Сама спиралька нагрелась, индуктор. Латунный пруток нет. Спираль аж светится. Латунный пруток не нагревается, ребят. Сама спираль разогрелась, латунный пруток нет. Значит, цветные металлы, алюминий, латунь, ну, соответственно, медь греться не будут. А он, наверное, воспринимает их как короткое замыкание, я не знаю. Сама спираль раскаляется до красна, материал внутри спирали нет. Ну, что-то там у них не стыкуется. Видно, для цветных металлов нужны другие частоты или еще что-то. Я не знаю, я не мастер. Такой маленький по скриптум. Вдруг кому будет интересно, латунь не греется.